Богданов Чарук, спеціаліст з роботи зі ЗМІ та комунікації Amnesty International Ukraine. Добрий вечір, Богдане. Дякую, що знайшли час сьогодні для громадського телебачення. І у мене до вас такі питання щодо вашого звіту. Чи є там конкретні якісь перелік конкретно, які тортури застосовуються? Наприклад, я знаю такі тортури, є як слонік та ластівка. Слонік і ластівка, знаєте такі назви? Це коли слонік, це одягають противогаз на голову і таким чином перекривають повітря, і людина є труднощі у диханні. А ластівка – це коли людину ставлять у певну позу і обмотують скотчем руки та ноги, і людина стоїть в такій позі там годину-дві, і таким чином її вимагають від неї то або зізнання, або чи це такі способи покарання. Отже, які способи тортури знаєте ви? Да, действительно, в нашем отчете мы не только в общем описали ситуацию, но и, как всегда, делали акцент на конкретных историях, на конкретных кейсах. Можно сказать, что фантазия, когда дело доходит до пыток, бьет на полную. Мы задокументировали случаи, когда людям отрезали пальцы, когда людей резали ножом, когда людей... когда тушили сигареты об ногу. Также, как вы уже рассказали про ласточку, есть такой способ пыток, как поставить человека в неудобную позу, без возможности присесть. В некоторых случаях, когда человек стоял всю ночь в определенной позе и потом садился, за это его условно наказывали. Очень часто люди оказывались в маленьких комнатушках, а когда это был подвал СБУ или подвал другого госучреждения захваченного. Вот. Но все эти пытки, какие бы они ни были, иногда это действительно физическое воздействие, иногда это моральное воздействие. И были случаи, когда человеку говорили, что его убьют через 3 часа. В некоторых ситуациях пропускают автоматные очереди возле ушей со спины, и у человека чувство, что сейчас ему стрельнут спину, но пуля проходит мимо него. Вот. Но все эти случаи имеют один общий знаменатель. Они делаются очень профессионально. Все люди, которые применяют пытки, можно предположить, имеют какой-то профессиональный опыт, либо правоохранительный. Как можно иметь профессиональный опыт пыток? Я вам объясню. До Евромайдана и до всех событий, которые мы сейчас наблюдаем, Amnesty International много лет работала по теме пыток в Украине. И милиция, правоохранительные органы – это как раз профессионалы в применении пыток. Ага, то есть это у вас было задокументировано все, да? Я видел когда-то отчет еще несколько лет назад с видео, где... Плюс мы знаем этот случай в Донецке с дубинкой в Петровском районе, где милиционеры использовали дубинку для... Это пытки есть или это как-то по-другому называют? А что они пытали? Получается, что они пытают, что они выпытывают? То, что делали раньше милиционеры, это отдельный случай. Тоже было очень много причин, почему милиционеры пытали людей. Иногда это выбивать доказательства до принятия нового криминального процессуального кодекса, который уже убрал эту причину для пыток. Но, тем не менее, это мог быть и шантаж, и месть, когда человек подавал заявление против милиционеров. Ну, то есть причин для пыток у милиционеров всегда было достаточно. А сейчас в этом случае с вооружением? Я так понимаю, что эти пытки вы зафиксировали в зданиях, оккупированных сепаратистами? Ну, эти пытки, да, они были и в зданиях, они были и... Ну, то есть я имею в виду, они применялись со стороны вооруженных сепаратистов? Да, да. Разница между нарушениями со стороны сепаратистами и со стороны проукраинскими войсками, то что со стороны сепаратистов мы действительно видим жестокое обращение, мы видим пытки. Если мы задокументировали нарушения с проукраинской стороны, то это, как правило, использование непропорциональной силы. Иногда это отсутствие профессионализма у силовых структур. Так вот, в случае с сепаратистами это действительно очень жестокое обращение. Почему это делают? Ну, по-разному. Как правило, это все-таки политическая подоплека. Но иногда пытают для того, чтобы запугать местных жителей. Мы задокументировали случаи, когда пытались с целью выкупа. Саша, он есть, его история есть в нашем отчете. Его пытали и потом обменяли на 60 тысяч долларов. Причем его отцу сказали, что вашего сына убьют через 4 часа, ему пришлось за 2 часа найти такую большую сумму. Это в каком городе было?
Это было в Луганске. Очень-очень много причин иногда пытают с целью заставить людей работать, то есть принудительный труд. Огромное количество причин для пыток. Смотрите, вот была информация о том, что оператор Life News, Максим, не помню фамилию, которого задерживала украинская армия, он якобы, вот я был в Женеве недавно на съезде, на панельной дискуссии, Максим Сайч, Марат Сайченко, и там был Марат как раз. И он рассказал мне, что украинская армия по отношению к нему применяла пытки. У вас есть такие факты? Мы этот случай не документировали, но мы документировали случай Влада Стримера, если вы знаете, которого задержали. В Славянске. Задержали, да, его в Мариуполе в последний раз. Ему 16 лет. Влад Стример, да. Просто тоже Влад был в Славянске, да. Это который Влад 77, Артем 77 у него ник. Ну, неважно, да. Мы документировали. Это тот, который видео, где ему заставляли говорить «Слава Украине», да? Да, «Слава Украине», другие проукраинские лозунги. Его задержали некомпетентные органы, причем они применяли к нему пытки, как он говорит. Ему 16 лет, ни оповещения родителей, ни присутствие адвоката, соответственно, ну, это прямое нарушение. Причем оно происходит с такого молчаливого согласия, очевидно, и украинских, и украинской стороны, потому что этот случай не расследуется. Скажите, вот что касается Надежды Савченко, у вас в России есть же отделение Amnesty International? Да, есть, конечно. Как вы думаете, там по отношению вот к таким резонансным людям, к таким резонансным делам, да, как дело Савченко, они могут применять пытки при дознании к ней? Да, да, почему нет? То есть, конечно, дело Надежды Савченко сейчас вызывает больше вопросов, чем ответов. То есть, каким образом человек смог оказаться на территории России без процедуры экстрадиции? Все мы знаем, что между Украиной и Россией существует двусторонний договор. Если Россия имеет какие-то претензии или обвинения, она может запросить человека и по процедуре экстрадиции привести его в зал суда. Сейчас мы просто видим, что человек материализуется почему-то в Воронеже. Вот. Кроме того, нет возможности встретиться с представителем украинской власти. Есть странное заявление про то, что Надежда Савченко спросила статуса беженца. Каким образом это вообще вкладывается в логику, если она знала, она бы знала, что ей выдвинуто обвинение, и зачем бы ей просить статус беженца. И в то же время мы знаем, что происходит там с Олегом Сенцовым, что уже есть сообщение о пытках. Соответственно, никто не отрицает то, что может так случиться, что от Надежды Савченко будут сейчас, можно будет сейчас услышать какие-то сообщения, которые могут потенциально быть выбиты под пытками. То есть даже вот ее прошение о статусе беженца. Если мы сейчас от нее, ну вот теоретически, давайте просто представим, мы от нее слышим то, что она действительно просила статус беженца. Мы можем быть уверены, что это не было выбито под пытками? Нет, не можем. Мы все знаем, как относятся в России к такого вида заключенным. Не зря Олег Сенцов оказался в Лефортово. В Лефортово как раз оказываются все подобные политические заключенные. Скажите, а как у вас происходит система документирования информации о пытках, о я не знаю, катуваниях людей? Да? Как это происходит? Вы приезжаете к сепаратистам в этот подвал и документируете это или как? Нет, ну, конечно, к сепаратистам мы приехать не можем. Мы стараемся собирать информацию всеми возможными методами. Это как и удаленное, это через как общественные организации, напрямую через жертв. 10 дней назад мы ездили в Мариуполь с нашей исследовательской миссией, потому что более-менее там безопасно. Все мы знаем, какой риск есть у международных организаций, как их используют в качестве разменной монеты. Поэтому, но тем не менее, мы идем там на определенные риски, когда они оправданы, и когда мы понимаем, что мы можем каким-то образом себя уберечь. Так вот, в Мариуполе мы встречались с большим количеством жертв, мы встречались с местными организациями, с местными инициативами, с местными дружинами самообороны. Ну и вот таким образом мы собираем данные,
которые мы потом фиксируем в наших отчетах. Кроме того, у нас есть другие наши виды деятельности. И в случае там Олега Сенцова мы инициируем акцию срочной помощи. Это когда мы очень оперативно информацию о деле распространяем по всем нашим офисам Amnesty International в мире. И все наши активисты, которых больше 3 миллионов, начинают писать письма в Российскую Федерацию с нашими требованиями. Ну и таким образом еще создаем международное давление, международное внимание. Как могут люди, граждане Украины, помочь вашей организации? Может быть, есть какая-то форма? Как человек обычный может написать такое же письмо? Ну, у нас есть на нашем сайте целая система, которая называется «Акции срочной помощи». Там есть дела разных людей со всего мира, как украинские кейсы, так и кейсы с России, с Америки, с Африки, ну, то есть со всех регионов. Мы действуем так уже больше 50 лет, это то, как организация начала существовать. Вот именно такие вот письма с требованиями. Вот каждый человек может зайти и может написать письмо. Кроме того, когда даже во время Евромайдана и сейчас много наших офисов в других странах организовывают такие массовые написания писем, как и правительство Украины, так и правительство России, и организовывают акции солидарности. Во время Евромайдана 15 наших офисов работали в таком стратегическом направлении. Вот петицию, которую мы недавно передали президенту Украины, она насчитывала более 50 тысяч подписей. Это были как раз члены нашей организации. Скажите, а какие категории граждан сейчас наиболее уязвимы для пыток и преследований со стороны вооруженных сепаратистов? Ну, конечно, безусловно, это проукраинские активисты. Это проукраинские активисты. Это могут обязательно быть... надо быть активистом или просто достаточно быть гражданином Украины? Ну, если ты гражданин Украины и ты каким-то образом заявляешь о своем патриотизме или то, что ты выступаешь за единую Украину, это уже может рассматриваться как активизм. Понятно, что за украинский паспорт на территории Украины нету причин никого пытать. Но люди, которые одевают ленточку, уже могут рассматриваться как активисты. Вот, поэтому это первая категория, конечно, это журналисты, конечно, это представители международных организаций, которые обменивают только так ради разменной монеты. Вот, ну и, соответственно, это все сотрудники общественных организаций, которые пытаются каким-то образом помочь на местах. Вопрос относительно наиболее уязвимых групп населения, наиболее не представленных с точки зрения и в медиадискурсе и так далее, это может быть ЛГБТ, например. И это люди, которые ромы, вот такие категории граждан, они уязвимы, потому что они входят в группу уязвимости в первую очередь, либо перед вооруженными сепаратистами, потому что мы знаем случаи погромов в городе Славянск в начале захвата именно ромских общин. Обращаются к вам по признакам ЛГБТ или ромские общины как-то так? Ну, мы не скажем, что именно вот эти вот группы заявляют о том, что у них как-то повысилось давление на них или их начали больше преследовать. Такого нет. Но все мы знаем в то же время, какое отношение у Донецкой, Луганской самопровозглашенных республик к вот таким представителям меньшинств. Ну, да. Была даже их конституция, вот эта опубликованная, очень странная, в которой прямым текстом шла речь про нетерпимость. А что касается религиозной нетерпимости, не фиксировали ли вы случаи? Мы, например, видели пару инцидентов избиения палатки протестантской на площади Конституции в Донецке, где пастор вел протестантской церкви, пастор вел службу прямо на улице, и его били только из-за того, что он представитель протестантской религии. Вы как-то не фиксируете категории вот по религиозному принципу? По религиозному мы еще не фиксировали, и это, конечно, из-за того, что у нас очень ограниченный доступ к восточному региону. То есть в Донецк, в Луганск, к сожалению, мы еще не ездили, и я очень надеюсь, что у нас появится такая возможность в скором времени, но пока что такого не было. Какой план у вас дальше на этот год? Что вот этот отчет вы представите? Будет ли следующий отчет? Ну, мы, конечно же, ведем нашу исследовательскую деятельность в такой константе. То есть это не просто то, что мы сделали отчет. Мы каждый день мониторим ситуацию, мы каждый день пытаемся каким-то образом реагировать. Все наши планы, вот такие внутренние на год, они, понятно, нарушились. Мы больше работаем в таком реактивном формате, мы пытаемся на все реагировать. Как
как и системные проблемы, так и индивидуальные дела. Поэтому те отчеты, которые мы выдаем, это понятно, это только верхушка айсберга. Почти каждую неделю у нас есть публичные заявления, у нас есть наши обращения к международным институтам. Мы подавали наше обращение в исследовательскую панель при Совете Европы, которая должна расследовать инциденты во время Евромайдана. Соответственно, мы передаем на международном уровне, с Европейским Союзом работаем. Ну, то есть мы стараемся каким-то образом зафиксировать все нарушения, чтобы про них не забыли. Потому что, ну, каждый раз Украина оказывалась в ситуации, когда безнаказанность приводила к очередной безнаказанности. Поэтому пока не накажут всех виновных за преступления во время Евромайдана, до Евромайдана и после Евромайдана, невозможно будет построить новую систему, невозможно будет построить все с чистого листа, с хорошего листа. Скажите, а как у вас сейчас обстоит коммуникация с органами власти? Слушают ли вас представители государства сейчас? То есть ваши отчеты влияют ли как-то в целом на государственную политику в плане сокращения пыток, я не знаю, в плане либерализации силовых структур, чтобы, ну, не секрет, что уровень агрессии там большой к людям, которые попадают в правоохранительную систему в качестве обвиняемых или подозреваемых, к ним применяется зачастую не совсем справедливое. Вы каким-то образом проводите, может быть, тренинги для правовых структур, или это не ваша компетенция? Ну, таким мы еще не занимались. Мы, конечно, больше исследуем ситуацию. Безусловно, если от государственных структур поступит вот такая просьба, чтобы мы предоставили им тренинги, либо каким образом помогли сформировать какую-то программу, это не проблема для нас. У нас есть эксперты, которые в этом разбираются, мы могли бы, безусловно, в этом помочь. Но на данном этапе у нас остаются все наши рекомендации, и новые рекомендации прибавляются. Наши старые рекомендации — это, конечно, покончить с безнаказанностью в милиции. Сейчас все еще все преступления милиционеров расследует прокуратура, которая не является независимо от Министерства внутренних дел. Мы давно говорили о том, что необходимо создать независимый механизм, который бы расследовал все преступления милиционеров. Государственное бюро расследования, которое предусмотрено новым криминальным процессуальным кодексом, может стать таким органом. И сейчас, конечно, мы работаем с новой властью, которая недавно сформировалась, чтобы они не забыли об этом, и чтобы они действительно сформировали Государственное бюро расследования в качестве вот такого вот механизма. Это был Богдан Овчарук. Спасибо, Богдан, за исчерпывающие ответы.